упорный в борьбе, величавый в кольце неприступных оград, у Волги в огне и пожарах победу ковал Сталинград. 200 дней и 200 кровопролитных ночей наши солдаты стояли насмерть, защищая каждый метр родной земли. 82 года назад началась Сталинградская битва, самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны. В 10-м детском саду провели исторический урок, на котором присутствовали воспитанники детского сада, их родственники и жители Новых Химок. Это наши с вами прадедушки, прабабушки. Это наш с вами долг, да, помнить и знать о таких событиях, рассказывать нашему подрастающему поколению. На историческом уроке вспомнили хронологию событий, военные факты и тех, кто ковал победу. Для собравшихся провели интеллектуальную викторину. Особый интерес у детей вызвало задание с кодированием букв. Ребятам рассказали, что в военное время солдаты пользовались азбукой Морзе. Вот и участники урока тоже расшифровывали кодовые слова. Здесь зашифрованы слова Зайцева, снайпера. «За Волгой для нас земли нет». Семиклассник Михаил Десятников успешно справился со всеми заданиями. И за успехи в истории он получил ценный подарок. Важно, чтобы наше поколение сейчас помнило о подвигах во времена Великой Отечественной войны и не только. Из-за их подвигов складывалось настоящее будущее, в котором мы сейчас живем. Сегодня, как никогда, очень важно помнить подвиг наших дедов, передавать эту память из поколения в поколение. Напомним, что мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». И он направлен на жителей всех возрастов. В планах проведения исторических мероприятий, лекций, мастер-классов. Сервер Бекмамбетов, Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.